Впервые творчество классика молдавской поэзии Михая Еминеску представлено одновременно в одном сборнике на трех языках. Об этом говорилось на состоявшейся в Камрадской региональной библиотеке презентации книги «Еминеску. Поиск и загадка». В данную книгу вошла поэма Еминеску «Лучафорул» на румынском языке, на русском в переводе Михаила Лупашко и на гагаузском языке в переводе Федора Занет. Я приступал несколько раз к переводу Еминеску и каждый раз останавливался на том, что у меня не хватало слов. Слов в гагаузском языке, но после издания книги «Гагаузлук» я почувствовал, что запас слов достаточен, познания в румынском языке стали более глубокими. Когда приступил к переводу, я понял, что Еминеску может звучать на гагаузском как Еминеску. Составителем данной книги является публицист, переводчик, журналист Михаил Лупашко. Он отметил, что творчество Еминеску актуально и в настоящее время, поэтому переводить его на многие языки необходимо. Но самое важное, что отметил публицист, то, что «Лучафорул», переведенный ранее в советское время, не отвечает тем философским вопросам, каким ее представлял сам автор. Переводы, которые осуществлялись в 60-е годы прошлого века на территории тогда Молдавской Советской Социалистической Республики, они несли определенный отпечаток идеологии. И переводы замечательные сами по себе, но это переводы авторские, и они поэму «Лучафор» представляют в виде какой-то такой сказочной истории. Хотя эта поэма однозначно не сказочная, это поэма философская, метафизическая, поэма о противоборстве индивидуализма и невозможности индивидуума выйти за рамки предлагаемых обстоятельств, условий. В презентации книги приняли участие много молодых людей, учащиеся Камрадского молдавского лицея имени Михая Еминеску, студенты Камрадского педколледжа. На мероприятии были исполнены музыкальные произведения на слова Еминеску. Для меня одно знакомо, так как мы начинаем его изучать в старших классах. Он более взрослый считается поэт, более с философической точки зрения. Это означает соединение наших связей с прошлым и с настоящим. Говорится, что поэт не умирает до тех пор, пока вместе его творчество живо. Я думаю, что Михаил Еминеску еще не умер для нас. Я очень рада, что мы сегодня, вот именно сейчас, присутствуем на данной презентации книги. Для меня очень многое значит, что эту книгу распространяют вот в разных странах, переводят на разные языки. Это благодаря переводу люди могут все прочитать данную поэму. Поэма Михая Еминеску «Лучафорул» переводилась на гагаузский язык с оригинала, с румынского языка. Поэтому многие участники мероприятия отметили, что этот перевод получился более правдоподобным и близким к рассуждениям самого поэта. Поэма «Лучафорул» поможет и гагаузскому народу, и любителям поэзии Еминеску познакомиться с его творчеством на родном языке и глубже понять автора. Книга Еминеску «Поиск и загадка» вышла тиражом в 500 экземпляров и передана в публичные школьные учреждения севера и юга Молдовы.